В детском санатории профилактории «Радуга» в Твери прошел праздник безопасности. Его для детей провели сотрудники регионального управления МЧС России. Ребята смогли попробовать себя в роли пожарного, надевали боевки, краги, держали пожарный ствол и пускали из него воду, а также мерили главный атрибут одежды огнеборца – пожарную каску. Все подробности в нашем следующем сюжете. На сегодняшний день в смене детского санатория профилактория «Радуга» отдыхают 120 детей в возрасте от 4 до 16 лет. И каждый из них не остался равнодушным во время организованного чрезвычайным ведомством мероприятия. В интерактивной форме участникам праздника рассказывали об основных правилах пожарной безопасности. Детям напомнено о требованиях пожарной безопасности, поведения при обнаружении пожара. Кроме того, ребята смогли на время сами стать пожарными. Им разрешили надеть форму огнеборца, а также поупражняться в использовании пожарного оборудования, например, ствола. Пожалуй, именно этот элемент праздника вызвал у детей наибольший интерес. Как отмечают в МЧС России, повышению уровня культуры безопасности населения личный состав чрезвычайного ведомства уделяет особое внимание. Мероприятия по профилактике среди подрастающего поколения спланированы во всех муниципальных образованиях региона и будут проводиться до начала учебного года.